Всем привет, меня зовут Лена, и сегодня мы поговорим про конструкцию во французском «se» и «se son». «Se» дословно «se est», имеется в виду «est», как в латыни. «Есть» — это «есть», то есть, например, «это мальчик», «c'est un garçon», мы говорим эту «t» обязательно, «c'est une fille», это «девочка» или «дочка», потому что слово «la fille» — это «дочь» и «девочка». А в сын, кстати, fils, le fils, уникальное слово, потому что s на конце мы его произносим, потому что обычно во французском никогда s не произносится на конце, так же как и e и es. Итак, поехали дальше. C'est un, и вы говорите, что un, une это артикли, un это мужской род артикль, а une это женский для слов неопределенный. Мы можем сказать c'est la femme. De и кого чего? Это жена кого? Чего? Femme – это женщина и жена. La femme. C'est la femme de Pierre. Это жена Пьера. Дальше поехали. Конструкция «se sont» – это то же самое, только для множественного числа. И мы уже будем употреблять артикль «de», не артикль «de». Например, «se sont des garçons», «se sont des filles». Вот такие вот дела. Напишите свои комментарии. Пока!